убийством. Он просто говорил что-то. Это была... Да, может, это была боль. Но потом он просто лежал неподвижно. И на его лице. Может, это был покой? Нет, что за слово? Может, умиротворение? Может быть. Умиротворение. Да. На его лице было умиротворение. Да, и доброта, и отдохновение. Отдохновение в том, что было похоже на счастье. Может быть. Но боль. Боль того, что неизменно и ничего не означает. И он говорит что-то лишенное смысла, что вообще ничего не означало. И нет. Нет. Означало боль. И он говорил на смеси норвежского и немецкого Богу. На это наплевать. Говорил. Ты так много работал, написал так много.
А я? Что занимало меня? Еда. Да. Еда. Еда. Пишет,
Ипсен получил дар скорби, потому как пишет. Что он всем только в тягость? И мне тоже.